13.
Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 13, тексты 12 и 13. У меня зрение плохое, простите, я могу неправильно прочитать. Сразу же. На, очки. Ну, можете подойти. Так, сейчас я посмотрю. Ой, так они у вас наоборот на уменьшение. Я тем более ничего не вижу. Очки разные там бывают, как мы выяснили из бара. Дадаршанутха. Там дадаршанутхаванти. Чандалим иварупинам. Джарья випиманам. Джарая випамана. Випаманагим. Икшма гристама срикпати, викарья палитам кешамс, тиштха тиштсети пхатшини, минагантхасу ганхина, курбанти марга душана. Перевод. А, это пословно еще, да? Там. Расплату за грех. Расплату за грех. Дадарша. Дадарша. Увидел. Увидел. Анутхаванти, Анутхаванти, преследующая, преследующая. Чандалим, Чандалим, представительница низшего сословия, представительница низшего сословия. Ива, Ива, как? Рупиним, Рупиним, принявший облик, принявший облик. Рупа. Нет, это я говорю. Рупа, Рупиним, Рупа, то есть форма, принявший облик. Джарая, Джарая, по старости, по старости. Випамана ангим. Дрожащую всеми членами. Якшма гристам. Больную туберкулезом. Асрикпатам. В перепачканной кровью одежде. Викарья. Разметав. Палитам. Себе. Кешам. Волосы. Тиштха. Постой. Идти. Так. Пхашиним. Кричавшую. Минаганхи. Источающий запах рыбы. Асу. Чье дыхание. Ганхена. Дурным запахом. Курватим. Курватим. Совершающая. Марга душанам. Осквернение улицы. Индра увидел, что ее преследует воплощение. Индра увидел, что его преследует воплощенная расплата за грех в облике чахоточной старухи из сословия чандалов. Ее члены от старости дрожали. Тело ее и одежды были перепачканы кровью. «Постой!» — кричала она Индре, оскверняя всю улицу своим дыханием, пропитанным нестерпимым запахом рыбы. Еще раз.
Индра увидел, что его преследует воплощенная расплата за грех в облике чахоточной старухи из сословия Чандалов. Ее члены от старости дрожали. Тело ее и одежда были перепачканы кровью. «Постой, постой!» – кричала она Индре, оскверняя всю улицу своим дыханием, пропитанным нестерпимым запахом рыбы. Комментарий. Больные туберкулезом часто харкают кровью, которая пачкает их одежду. Конец комментария. Небольшой специалист в медицине, поэтому вряд ли что-то смогу сказать, поэтому тут несколько стихов без комментариев, поэтому я думаю, мы почитаем. Текст 14. «О царь! Спасаясь, Индра взмыл сначала в небеса, но и там он увидел воплощенную грех ведьму. Она гналась за ним по пятам. Наконец Индра устремился на северо-восток и там вошел в озеро Манасасаровара». 15 текст. «Неотступно думая о том, как искупить грех Брахмана, царь Индра тысячи лет скрывался в тканях стебля лотоса, растущего в озере. Обычно бог огня приносил Индре его долю от жертвоприношений, но сейчас он боялся ступить в воду, и Индре приходилось голодать. Пока царь Индра жил в озере», текст 16, «пока царь Индра жил в озере, прячась в стебле лотоса, райский престол был доверен Нахуше за его знания, аскетичность и йогические способности. Но ослепленный и опьяненный богатством и властью, Нахуша возжелал супругу Индры и сделал ей недозволенное предложение. За это его проклял Брахман, и позже он родился змеем». Текст 17. «Рудра, повелитель сторон света, своим могуществом смягчил грех Индры. К тому же Индра пребывал под защитой богини удачи, супруги Господа Вишну, что обитает в лотосовых зарослях озера Манасасаровара, и потому последствия греховного поступка не коснулись его. Он окончательно искупил свой грех, поклоняясь Господу Вишну. Затем, по призыву брахманов, он вернулся на райскую планету и снова занял свое место». 18 текст. «О царь, когда Господь Индра вернулся в небесную обитель, святые брахманы встретили его и подготовили к обряду, заклания коня Ашваметха Яги для удовлетворения Господа». А тут, оказывается, комментарий нет до конца главы. Да, надо читать, не надо. Хорошо. Тексты 19 и 20. «Жертвоприношение коня, проведенное святыми брахманами, избавило Индру от всех его грехов, ибо через него Индра поклонялся верховной личности Бога. О царь, это жертвоприношение сожгло даже тяжкий грех, словно солнце, первыми же лучами рассеивающий утренний туман». Текст 21. «Маричи и другие великие мудрецы, благоволившие к Индре, по всем правилам провели жертвоприношение почитания Верховного Господа, Свердушу, изначальную личность. Благодаря этому Индра вернул себе престол и всеобщее уважение». И последний текст 22-23. «Это великое сказание повествует о величии Верховной Личности Бога Нарайны, о превосходстве преданного служения и преданных, таких как Индра и Вриксасура, и о том, как Индра искупил грех и победил в битве демонов. Постигший суть этого сказания смывает с себя все грехи, и потому тем, кто изучает Писание, всегда наказывают его читать. У того, кто будет делать это, обостряется чувство, богатство его приумножится, и слава возрастет. Он станет безгрешным, победит своих врагов и проживет долгие годы. Это повествование благотворно во всех отношениях, и потому на каждом празднике ученые мужи слушают и пересказывают его». Мама Вишна Падая Кришна Приштая Падая Шима Тебя Прежден Кисрами Митяна Рамя Намаста Сарасвати Прима Тизалами Чарами Мухни Виша Шишуми Кришна Штарина Митяна Штарина Падая Шима Падая Шима Ранжа Свами Тимбалами Прасами Прапаса Штарина Санкт 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 Тимбалами Прасами. Заканчивается глава 13, 6 песни, который называется «Царь Индра несет наказание». Это история о том, как Индра убил
убил демона по совету полубогов. Полубоги попросили убить демона, который причинял беспокойство. Индра его убил. Но оказалось, что этот демон был преданным. И в прошлой жизни был великий преданный и родившись в образе демона. В этой жизни он помнил верховной личности Бога. И таким образом получилось, что Индра совершил грех. Собственно, отсюда все и вытекает. То есть там интересный такой момент, что полубоги они сами попросили его убить этого демона. И потом же, ну то есть они не попросить-то попросили, но наказание за этот грех Индра нес сам. И грех, тут интересный такой стих, грех он, а вот как раз предыдущий текст, 11-й. По совету полубогов Индра убил Вритсасуру и теперь страдал за это. Хотя другие полубоги ликовали, сам он не мог радоваться тому, что Вритсасура убит. Тот, кого мучит стыд и на ком лежат пятно позора, не может найти утешения даже в своих добродетелях, таких как выдержка и прочее. Ну, то есть полубоги, будьте здоровы, они наказание нес только сам Индра. И этот грех, он получил свое олицетворение. То есть мы знаем, что в духовном мире там все олицетворенное, там все обладает сознанием. И даже, посмотрите, даже вот грех имел, принял олицетворение чахоточной старухи, еще к тому же больной туберкулезом и пропитанный нестерпимым запахом рыбы. Дыхание было пропитано нестерпимым запахом рыбы. То есть можно понять, что какой аромат исходит от нас, когда мы совершаем тот или иной грех. Чтобы у нас, чтобы не было повадно, чтобы в следующий раз как бы очень думать перед тем, как кому-то что-то там сказать, можно всегда вспоминать вот этот образ. Возможно, ну, по крайней мере, я вот про себя говорю, что мне кажется, для меня это будет хороший стимул, что последствия будут именно такими. Хотела что-то сказать, мысль потеряла. Ну, так или иначе, по ходу, к концу главы мы видим, что Индра все-таки искупил свой грех. Он стал у нее скрываться, бегать, и в итоге укрылся в озере Манасасаровара, в стебле лотоса. Но как он искупил свой грех? Тут описано в 17 стихе. Индра пребывает под защитой, к тому же Индра пребывает под защитой богини удачи, супруги Господа Вишну, что обитает в лотосовых зарослях озера Манасасаровара, и потому последствия греховного поступка не коснулись его. То есть эта тетка, короче, она так его и не догнала. Лакшми, она спасла его. Ну, собственно, Лакшми, вот эти все полубоги, они... То есть они понимали суть того, что случилось, что Индре, в принципе, самому тоже стыдно. Он понимал, что он сделал, но он уже сделал, дело уже сделано. Вот. И чтобы завершить это все, провели ашвамедха-яги, уже это приношение коня, которое сожгло тяжелые грехи, тяжелый грех, словно солнце первыми лучами рассеивает утренний туман. И в конце дается благословение всем, что все, кто слушает это великое произведение, то есть постигший суть этого сказания, смывает в себя все грехи. И потому тем, кто изучает Писание, всегда следует его читать. То есть любая история в Бхагаватам – это своеобразный урок. То есть это не просто какая-то сказка, там, а действительно можно сделать очень глубокие выводы из каждой истории, абсолютно из каждой, которую мы читаем, ну, в частности, даже вот из этой. То есть можно так поспекулировать, была ли у Индры альтернатива, мог бы он не совершать этот грех. С одной стороны, он понимал, что это преданный. Нет, или он не понимал. Я, к сожалению, не читала эту песню еще, поэтому совершенно не я должна сидеть.
Но, с другой стороны, его попросили, то есть общество попросило. Как это? Мы должны основывать свое решение на трех вещах. Гуру, садху, шастры. Ну, то есть садху вот попросили, пожалуйста. И в итоге Индра сделал это. Ну, это определенная лила. То есть Индра... Мне что-то трудно вещать. Наталья, да. Я лучше поговорю о величии преданного служения, которое тут говорится. Это великое сказание повествует о величии Верховной Личности Бога Нараяны и превосходстве преданного служения, и о преданных таких, как Индра и Вритсасура, и о том, как Индра искупил свой грех и победил в битве демона. То есть посмотрите, в конце комментария и прославляются на равных и Индра, и Вритсасура. То есть они почитаются на равных, несмотря на то, что вот вроде бы между ними такое вот произошло. Но и Индра преданный Верховной Личности Бога, и Вритсасура преданный Верховной Личности Бога. Преданное служение абсолютно... Это вещь, которая не принадлежит материальному миру. Как мы вчера обсуждали, меня спросили о сатве и шудха-сатве. То есть какая разница между этими гунами и ну, зачем? Как бы, какая принципиальная разница и что подразумевает та или иная? Так вот, гуны, они, что касается невежества, страсти и благости, они принадлежат материальному миру. А шудха-сатва — это вещи, которые уже находятся за пределами материального мира. Это вот как раз и есть чистое преданное служение. То есть когда преданное служение совершается в полном сознании Кришны, для кого, памятуя, для кого оно предназначено, в правильном сознании, с правильными мотивами, это преданное служение можно назвать выполняемое с уровня шудха-сатвы, то есть чистого, чистой благости, чистого предания. А все остальные гуны — это лишь ступени к достижению шудха-сатвы. И ошибка многих, собственно, практически всех ошибка, что когда мы присоединяемся, мы слышим именно об этом уровне и хотим практиковать именно шудха-сатву, не обращая внимания на остальные гуны. Но фишка заключается в том, что мы не сможем перепрыгнуть через остальные ступеньки, сразу достигнуть шудха-сатвы, это практически невозможно. Мы сможем имитировать какое-то время, но недолго, потому что нет определенных качеств, которые помогают нам закрепиться на этом уровне. Поэтому, хотим мы или не хотим, со временем мы спускаемся в свои родные гуны, в свои родные качества, в свои родные природы. И вот именно с этого момента должен начаться продолжать шагать дальше. Делать сколько можно, сколько можешь. Каждый должен делать сколько может, не прыгая. Ну, скажем, как говорится, отдавать все, сколько можем, и еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И вот это чуть-чуть каждый должен для себя определять индивидуально, потому что то, что для одного будет чуть-чуть, это нормально, то для второго это чуть-чуть, это будет уже какой-то подвиг. И подвиг — это, конечно, дело хорошее, вещь хорошая, но очень часто люди сгорают, совершая подвиги, не понимая, не имея правильного мотива и не находясь на должном уровне, такой термин среди вайшнавов существует, сгорел, преданный сгорел. Так вот, чтобы вот этого не произошло, нужно вот это вот чуть-чуть определять каждому для себя индивидуально. То есть быть искренним на уровне собственного сердца, быть честным самим собой и делать эти шаги. Потому что кто, кроме нас, может это определить? Только вы и Параматма. Параматма находится в сердце каждого живого существа. И если от этого чуть-чуть вы потом будете испытывать удовлетворение глубокое, это означает, что все было сделано правильно. Значит, Кришна оценил, Параматма довольна, и нужно делать следующий шаг. В конце концов, сегодня будет шаг сделан, завтра будет шаг, и так... Со временем. На самом деле время очень быстро идет. Я удивлялась, я помню свое начало, и когда я видела людей,
который уже 6 лет практикует, у меня такие глаза были округленные, я думала, о, ну это просто герой, просто герой. Но в действительности время очень быстро идет. И что от нас важно, что наша квалификация будет состоять, это не оставлять процесс. И, как я уже сказала, делать сколько можем. И Кришна, в конце концов, он находится, опять же, я говорю, в сердце каждого живого существа, это Прабхупада говорит, в сердце каждого живого существа, и он видит все наши усилия, когда мы действительно можем или когда мы действительно не можем. И он поддерживает, и бывает просто до слез благодарность такая проступает Богу, что вроде бы ничего значительного не делаешь, а Кришна ценит, потому что он ценит каждую, ну вот, какую-то абсолютно мелочь, казалось бы, но если это сделано в правильном настроении, он это ценит, потому что это и есть преданное служение. Преданное служение от обычной деятельности отличается вот именно мотивом, мотив, с которым она была совершена, вот эта деятельность. Нужно смотреть на мотивы. Можно внешне, я говорю еще раз, деятельность может быть одно и то же. И есть такое, как это сказать, опасность начать критиковать человека по тому или иному поводу. Но прежде чем критиковать, спросите, почему он это сделал, почему он, скажем, сегодня, ну, может быть, какая-то уважительная причина была. Вот я сегодня стояла и думала, вот столько тут преданных живет, ну почему так мало на Мангаларате ходит? И потом раз у меня такая мысль в голове, ну мало ли, вдруг вчера преданные, наоборот, божества укладывали, допоздна спать не ложились, поэтому их сегодня нет, думаю. Ну, ты же не знаешь всех обстоятельств. Если сейчас вот начнешь критиковать, вот тоже за тобой чахоточная старуха погонится. Ну, я так подумала, и как-то оно мне вот успокоилось. Но сам факт то, что действительно критикой никто никогда не будет прогрессировать, занимаясь этой деятельностью. Потому что критика, она, конечно, бывает конструктивная критика, но это совсем другая вещь. Опять же, лучше не увлекаться. Могут делать только лишь определенные личности. И если человек разрешил ему это делать, ну, там, допустим, наставнические наставления, эти отношения какие-то между людьми, или человек несет административную ответственность, понятно, что тут уже без оговорок. Но вообще критика – это то, что разрушает оскорбление, критика – это то, что разрушает духовную жизнь и корни. В конце текста 23-го прославляется чтение Бхагаватам, то есть конкретно вот и этой истории в частности. Шрила Прабхупада дает благословение, что у того, кто будет делать это, обострятся чувства, богатство его приумножится и слава возрастет. Вот. Что значит обостряться чувства? Человек сможет быть чувствительным. Это как я понимаю, я рассказываю, как я понимаю. Обостряться чувства, вроде бы, зачем это, как это поможет в практике преданного служения? Вроде бы, зачем это упоминается? Но то, что вот как я понимаю, обостряться чувства имеется в виду, человек будет более внимательным, более чувствительным. То есть, когда человек более чувствительный, ему легче выстраивать отношения между преданными, ему легче, ну вот как я говорила, не совершать оскорблений, какой-то критики, то есть человек ловит свою в нужный момент и не дает дальше. Если вы что-то об этом тоже думаете, как-то вы, пожалуйста, поправьте, кто вот, Гаджиханта, как вы думаете, что значит обостряется чувство? Ну, богатство приумножится, это понятно. Слава его возрастет, тоже понятно. А вот для чего нужно обострение чувств в практике служения? Ну, в материальном мире же здесь все, в общем-то, черствые. Ну, в силу обусловленности не рождаются. И поскольку я и мне мое – это доминирующий мотив существования, а гордость является нашим сопутствующим, скажем так, флагом,
которым мы идем в материальном мире, то этот эгоцентризм, направленность на себя, на желание, чтобы тебе служили, потому что вот, например, я пошел работать, и на работе нахожусь, и там коллектив, и все хвастаются друг перед другом. Это естественное состояние. То есть эгоизм, он уходит? Да, эгоизм, он огрубляет очень сильно сердце. Да, да, отсутствие знаний, значит, о последствиях того же эгоизма, он делает человека просто толстокожим. Поэтому, когда чувства обостряются, то появляется такое совершенно непопулярное и мало встречаемое в этом мире медика сострадание. Человек начинает уже пытаться понять мотивы другого человека, как вы правильно сказали. Ну да, да, я говорю, более чувствительным становится. Знаю, кто бы добавить что-то? Как ваши чувства обострились за 20 лет? Не, на самом деле, все равно это есть, это у каждого есть, каждый это чувствует, каждый чувствует это по-своему, даже вплоть до того, что кто-то начинает элементарно вставать без будильника. То есть, казалось бы, ничего такого нет, хотя кто-то просто не может вставать без будильника, а кто-то раз вот и как-то вот форматно открываешь глаза и все. Ну, то есть по-разному это можно истолковать. Следующее предложение. Он станет безгрешным, победит своих врагов и проживет долгие годы. Но вследствие этого действительно, что станет чувствительным, станет меньше совершать оскорбления, он будет безгрешным. То есть грех, он пойдет, способность и желание совершать гнев, он будет идти к убывающему. То есть почти можно сказать, тут говорится, что станет безгрешным, потом победит своих врагов, что имеется в виду, опять же, не внешних каких-то врагов, потому что у преданного, говорится, нет врагов, он, как в Шат-Госвами Аштаке говорится про шести Госвами, что у них, их почитали и богатые, и бедные, то есть и грешные люди, то есть все были, почитали их, они, чистых преданных у них нет каких-то, все их любят, одним словом. А имеется в виду внутренние враги, вот опять же, склонность к этим, ко всевозможным, гордости, склонность к хвастовству, вот именно имеется в виду вот это. Потому что это возникает иной раз даже без нашего, мы не отслеживаем, как это все проявляется, мы очухаемся только когда уже что-то совершили. И вот это вот, на самом деле это страшно очень. Но с практикой вот это приходит, что мы, как многие вопросы задают, любимый вопрос преданных, а как? Ну там чего-то там достичь или развить, а как? Так вот, это со временем приходит, это с глубокой медитацией, глубокой молитвой, и приходит вот это очищение сердца, что в какой-то момент мы начинаем ловить себя в самом начале, как в свое время услышала в лекции Учитана Чандры, что знак перед обрывом, надо поставить знак перед обрывом уже, а не в конце, внизу что. Вот этот знак, он будет, как только у нас мысль какая-то возникнет, мы сразу же сможем с ней справиться, а не будет вот этого на автомате, как говорит, на автомате понесло, я уже потом только задумался, что я вообще сделал, что случилось. Это и называется победить внутренних врагов. Не отчаивайтесь, преданные, это придет, это будет немножечко, это со временем, это разовьется со временем. Главное, Кришна видит, он, что происходит в сердце человека. То есть, если мы опять в какой-то момент наступили на эти грабли, опять вот поняли вообще, что мы делали, то Кришна же видит в сердце искреннее раскаяние. И именно это раскаяние, оно очищает человека. И потом будет следующая ситуация, следующий шаг, и в итоге, в конце концов, может быть, не сразу, у кого-то через 10, у кого-то, может быть, вот через 20 лет, кому как понадобится, кто, у кого какая внутренняя, сколько благочестия внутри, но он все равно придет к этому. Это процесс такой, уникальный процесс, который Даршала Прабхупады, что в Бхагавад-гите есть такой стих, на этом пути нет потерь, все только выигрывают. Удивительная вообще вещь, то есть
с чем вообще нам приходится сталкиваться. Наша главная квалификация – не выходить из поезда. Просто не выходить из поезда. Мы уже сели, какое-то доверие, заходим в вагон, видим пассажиров, пассажиры вроде бы приветливые, но иногда кусаются, но не страшно, там главное, что их не злить. Но какое-то доверие уже к людям появилось, мы покупаем билет, и наша теперь главная квалификация не выйти посреди где-нибудь там, ну, посреди следования поезда, потому что процесс будет не завершен. Нужна будет следующая жизнь, чтобы завершить этот процесс. Но если мы до конца жизни, вот хотя бы одну жизнь посвятим Богу, посвятим этому процессу, что уж там будет, я буду прилагать все силы, а что уж там будет, Кришна, это вот как бы, придет он к нам в конце, в момент смерти не придет, это, мы не властны его контролировать. Мы, конечно, этого хотим, но это будет его личное желание, прийти или не прийти. Как однажды, наша квалификация заключается в том, чтобы сделать все возможное для того, чтобы у него появилось желание прийти. Вот это все, что мы можем сделать. Как однажды я говорю, услышала лекцию, ехала откуда-то, я не помню, что-то три часа дня было, и такая усталость, ну, как-то непонятно. Я вставила в уши лекцию, и я понимаю, что я ее не слушаю. То есть у меня там говорит, но я понимаю, что у меня ум где-то вообще бегает, гуляет. Я думаю, пусть будет. Все равно что-то да упадет. И когда начались вопросы, там кто-то спросил о квалификации преданных. Читанчандра лекция была. И он ответил такую вещь. Знаете, вот когда Кришна приходил на планету, были преданные, были очень много людей, которые его видели. Просто видели, скажем. Ну, если они к тому же участвовали в этом во всем, это очень удачливые души. Но даже были вот в том же Вриндаване, были жители, которые, ну скажем, можно поспекулировать, где-то жили на окраине, там, конечно, они слышали про Кришну, они его видели. И это очень удачливые души, очень удачливые. Это редко кому удается жить в одной деревне с Богом. Достаточно редко. Очень удачливые души. Кришна, возможно, там не проявлял как-то лично с ними каких-то лил, там, может быть, и так далее. Но есть еще более высокий уровень. Это души, ну скажем, это личности. Ну то есть Кришна на них внимания не обращал. А в этом случае Кришна, он иногда на них смотрел. Тоже им было интересно, чем они занимаются. Вот это говорит еще выше личности. Но есть еще выше уровень. Это когда человек занимается преданным служением, и Кришне настолько интересно становится, что он там делает, что он лично сам приходит и начинает смотреть, что Кришна делает, что преданный делает. И в этот момент человек тоже начинает его видеть, и тут вот даршан такой происходит, это очень высокий уровень преданных. Но есть еще выше уровень преданных. Это когда Кришне настолько интересно, чем занимается преданный, он приходит, начинает смотреть, а преданный настолько занят этим служением, что он даже не обращает внимания на Кришну. Он увидел, поздоровался и продолжает делать свои дела. А Кришна с таким упоением смотрит, наблюдает за всем вот это вот. И это вот самый высокий уровень преданных. И когда я это услышала, я поняла, блин, вот этого я и хочу. На самом деле, в глубине сердца все этого и хотят. Не факт, что я этого достигну в этой жизни, но так или иначе я поняла, чего я хочу. То есть у меня какая-то цель в конце концов появилась. Я не знаю, как это сделать, совершенно не знаю. Я просто следую процессу, который дал Прабхупада. А уже результат, как говорится в Бхагавад-гите, мы имеем право только исполнять свой долг, а плоды наших действий нам не принадлежат. То есть результат будет зависеть от Кришны. Если ему как-то понравится каким-то образом, и он захочет прийти и посмотреть, я уже буду счастлива. Как рассказывают историю про Индру, о Индру Прабху, который вот жил в Вриндаване, что есть такая легенда, почему он остался жить во Вриндаване, почему он никуда не уехал. И долгое время преданные говорили, и я в свое время просто так думала, что это было наставление Прабхупады, почему он оставался в Вриндаване, что это ему Прабхупада сказал.
Но однажды тот же самый Читанчандра, он говорит, что нет, Прабхупада ему не давал такого наставления. Когда в какой-то год праздновали его Весапуджу Индра Прабху, он что-то так расчувствовался и рассказал такой сон, что однажды ему приснился сон, что он сидит где-то, повторяет мантру и видит, идет Кришна, то есть это снится, и видит, Кришна проходит мимо. И он увидел Кришну, он стал смотреть на него во все глаза, а Кришна проходит, он даже внимания не обращает, он просто проходит мимо, и когда уже прошел, так искоса взгляд бросил на него и пошел дальше. И когда Индра увидел, он говорит, я понял, почему я хочу остаться во Вриндаване, я хочу этот взгляд вот реально вот получить вот, ну, вживую. То есть он настолько очарован был. Вот. Это, конечно, очень высокий уровень преданных, очень высокий уровень. Но кто сказал, что нельзя мечтать о таких вещах? Почему это реально? Почему нет? Поэтому у нас есть очень хорошая перспектива когда-нибудь действительно приехать во Вриндаван, получить даршан Верховной Личности Бога. Ну и что мы вот, может быть, не такие, как Аиндра Прабу и там Шесть Госвами. Надо стремиться к этому, надо делать. Вот возвращаемся к тому, с чем мы начали. Надо культивировать свои мотивы, очищать свое сердце, для того, чтобы сердце стало мягче, чтобы обострились чувства, как тут говорится. То есть обострение чувств, это имеется в виду, чувства станут чувствительными, мягкими. Чтобы возросло наше внутреннее богатство, то есть богатство его приумножится. То есть внутреннее богатство – это вот как раз, когда развиваются качества вот эти добродетели, о которых описано в той же Бхагавад-гите, и качество гуны благости. С гуны благости рукой подать до чистого преданного служения. Но преданная почему-то сознательно бывает порой игнорирует гуны благости на том основании, что она просто материальна. Преданная – это большое заблуждение. Благость – это та вещь, которая лифт, скоростной лифт, который выведет нас на уровень шутха-сатвы. Надо стремиться к этому. И делать, еще раз повторюсь, делать все то же самое и еще чуть-чуть. И каждое чуть-чуть, и каждый для себя должен сам определить вот это чуть-чуть. И тогда, как говорит Шрила Прабхупада, он станет безгрешным, победит своих врагов, проживет долгие годы. И это повествование благотворно во всех отношениях, и поэтому на каждом празднике ученые мужи слушают и пересказывают его. Ну, поскольку мы слушаем тоже, вот сейчас пытаемся что-то сказать, пересказывать, то есть Прабхупада делает нам комплимент, что каждый из нас тоже вот ученые мужи. Ну, в каком-то смысле. Это для вдохновения, чтобы мы преданные, склонные очень часто впадать в обратную сторону, что я падший, что самый падший, и в итоге от этой падшести весь энтузиазм теряется, он уходит. Нужно всегда держать эту золотую середину. Раньше была такая ошибка в проповеди, что нас, ну, по крайней мере, я про себя говорю, что потеряла мысль, простите, пожалуйста. Ну, наверное, не нужно просто говорить об этом. Это моя реализация личная. Собственно, так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 13 главе 6 песни Бхагаватам, которая называется «Царь Индра несет наказание за совершенный грех». Хари Кришна. Пожалуйста, кто-то, если хочет что-то добавить, это было спонтанно. Видели сами, что произошло. Вот по поводу Индры. Так получается, что он... У него там не совсем чистое преданное служение было. И он же как бы судьбу свою не сильно хотел принимать, он же очень привязан, я так понимаю, что был к всем вот этим своим индровским богатствам. Вы касаетесь вот этого случая или да, вот этого случая, то есть он как бы вот этой от Элизатвы бегал, 1000 лет сидел в стебле, ну это реально аскеза. Ему причем я так понял, что и голодный был. Да. В стебле тоже да, ну, да, там да. Еды не носят.
Да-да-да. То есть он настолько был привязан к своему положению, к этому царю полубогов, что он такие аскезы терпел, но вот не совсем бескорыстные. Вот там сказано, что в последних текстах, что он преданным служением заслужил себе прощение. Вот, но так получается, что преданное служение он выполнял для того, чтобы вернуться на свое место райское, главное место. Не то, чтобы он там ну как бы я, может, немножко не понял, что из такого глубокого раскаяния там, я этот вывод сделал из того, что он не совсем принял свою судьбу, так как это сделал, допустим, Махараджа Парикшит там, и Махараджа Бали там, ну, в общем. В действительности, ну, мы знаем, что Индра – это пост. Это пост, то есть этот пост занимают различные личности. Это не какая-то там особая личность. Но вот конкретно про личность, которая вот в этот момент исполняла роль Индры, опять же, это же не было его личное желание убить. Его попросили, и понятно, что убийство, оно не является, кого бы то ни было, не является преданным служением. Но его попросили о защите, и поскольку он царь полубогов, он как мог, он защитил. Ну, в итоге мы знаем же эту историю, что там, то есть он не сам убил, что он боялся очень сильно. Да, Индра не... Может быть, он не такой преданный, как Махараджа Парикшит, но 100% нас-то превосходит личность. Потому что общается, извините меня, тут с Рудрой, с Лакшми и так далее, личными полубогами. Тут написано: Рудра, повелитель сторон света, своим могуществом смягчил грех Индры. То есть, поскольку это было сделано не по желанию самого Индры, то есть у него не было, видимо, как бы такого большого желания убивать этого демона, он его и боялся, плюс ко всему. Он просто выполнил желание остальных. И вот кто-то, скажем, в частности, вот Рудра, он защитил его. А Рудра, повелитель сторон света, своим могуществом смягчил грех Индры. А Лакшми, что обитает лотосовых зарослях озера Манасасаровара, он пребывал под защитой богини удачи. И потому последствия греховного поступка не коснулись его. Он окончательно искупил свой грех. Ну вот, собственно, вот то, что он сидел в этом лотосе, видимо, это и было его покаянием. Это и было его искуплением грехов. В конце концов, он понял же, что кто вообще был этот, когда сам Вритрасура попросил, ну, сказал, что, ну, Индра, ну, что ж ты боишься, убей меня, в конце концов. Он же сам попросил уже убить его. И Индра сделал, но при этом он не глупый личность, он понял вообще, кто это перед ним. Страдать пришлось, 100%. Ну, вместе с тем... Нет, ну, вопрос, вот я тоже в лекции на читании Чандачарана Прабху услышала, ну, ему вопросы давали о том, что вот там мы уйдем сразу в духовный мир, он говорил, ну, это как бы такая перспектива, он говорит, что, скорее всего, допустим, если какие-то, то есть тут душа себя в этом теле, да, вот так преданно служила или что-то там делала, то она в следующей жизни просто родится в какой-то либо семье такой, он говорит, например, что там мама Кришны или тетя, им же не надо было знать, что там вот Бог существует, и как бы им не нужно было это откуда-то из шастры узнать, просто потому что они родственными отношениями связаны какими-то. То есть, говорит, возможно, какой-то там Кришны жен, или там 16-108 жен, то есть какой-то семье там родится, как бы, когда знает уже, что ну, какой-то родственник, то есть не надо объяснять, что Кришна был. Ну, говорится, да, что после оставления тела, если преданный не до конца завершил свой процесс, он рождается в земном Вриндаване. Земного Вриндавана и продолжает совершенствовать преданное служение, продолжает совершенствовать. Ну, понятно, что земной Вриндаван – это почти то же самое, что духовный Вриндаван, потому что во Вриндаване там нет гун природы, там полностью все соткано, говорится, из камня чинтамани,
понятно, что у нас нет такого видения, когда мы приезжаем туда, мы видим совсем другие вещи. Но в действительности это так. Люди, которые обладают каким-то зрением духовным, они видят эти вещи. Даже в наши дни некоторые личности, они, ну, по милости, понятно, что это происходит все по милости, дается такое зрение, когда преданные начинают видеть. Мы когда ездили в свое время, последний раз, когда я ездила, в 2011 году, там Шикшаштха Капрабху рассказывал, что на Варшане один преданный, по-моему, из Омского, он пришел, новенький преданный, недавно присоединился и что-то там прямо самоотверженно так делал, что-то там ремонтировал или чинил, там то ли туалеты, то ли чего-то еще, я не помню. Его, значит, все поехали в Индию, и он тоже поехал, а поедемте. И когда они приехали на Варшану, в какой-то момент, я не знаю, во сне это случилось, скорее всего, это случилось во сне, да, он увидел сон, потому что на следующее утро он пришел, как раз таки рассказывал с такими глазами, что он увидел. Он увидел, что Варшана, та, которая там есть, она полностью из драгоценных камней, что там вот деревья совсем, ну, другие, вот они очень красивые, то есть совсем другую реальность увидел. И он, я, говорит, смотрел во все глаза, и потом в какой-то момент это все начало вот как плакат вот так вот заворачиваться, и та самая Варшана, какая была, она так и стала. Это очень удивительно, то есть... Во-первых, непредсказуемо, кому Кришна дает это видение, кому не дает Радхарани или Кришна. Вот. Вместе с тем, человек получил даршин духовного мира. Можно только догадываться, что будет с ним, что вообще, как сказать, что это за личность. Да, человек получает рождение в земном Вриндаване, но это то же самое. Земной Вриндаван, он вне пространства и времени, да? То есть, допустим, душа, вот, она не обязательно, например, в Кали-Югу, то есть не обязательно в эту же эпоху родиться, или как? Слушайте, я тонкости не знаю, в эту эпоху или не в эту эпоху. Главное, что если человек в этом рождении будет помнить о Боге, это уже большая удача. А в какую уж он эпоху родится, там, в Кали-Югу, неважно, там, даже если он родится во время прихода Калки Аватара, но он будет помнить о Боге, он 100% достигнет духовного мира. Лучше бы, конечно, не родиться в приход Калки Аватара, потому что описывается, что будет очень... Да, но тем не менее говорится, что сейчас будет 10 тысяч лет этот век, поэтому, мне кажется, на наш-то век хватит точно. Надо просто не выходить из пути. Лишь бы в рай не попасть. Да, да, тоже. 10 тысяч тоже лет уловка, пролетит и все. Тоже уловка. А все зависит от того, с каким сознанием мы оставим тело. Ям-ям, описано рам-балам. То есть о каком состоянии бытия человек не думает в момент смерти, такого состояния он и получает. То есть надо быть внимательным, надо быть внимательным к собственным мотивам, к собственным желаниям, проверять себя постоянно. Если что-то мы делаем, проверять себя постоянно. А для чего я это делаю? А какой смысл? Если мы сами себе ответим, мы сможем ответить и другим. Бывает преданное просто, а что, зачем ты делаешь? Ну надо, ну попросили. То есть другими словами... Неосознанно, немножко неосознанное преданное служение, неосознанное. Ну, соответственно, неосознанное преданное служение приводит к неосознанности, никуда практически. Процесс бхакти, Шрила Прабхупада дал движение именно сознания Кришны. То есть всегда нужно следить за собственным сознанием, что в уме происходит сейчас, где твои мысли, где твое сердце. И это будет всегда. Мы должны проповедовать, но самое главное, проповедь будет самому себе. Это так было всегда и так будет всегда. Мы должны в первую очередь, как это Прабхупада говорит, сначала помоги себе, потом помогай другим. Если, как он говорил, если хотя бы один человек станет чистым преданным, мое движение, ну то есть это все не зря было, как говорил Прабхупада. Поэтому это очень важно, культивировать собственное осознание Бога. Очень важно, да. Конечно, можно вопросик такой. Вот осознанное преданное служение, неосознанное, хотелось бы разобрать поподробнее понятие осознанное и неосознанное. И в чем это вот в нашей конкретной практике, да, в чем это может выражаться, то есть как это заметить, то есть как это отследить, осознанное преданное служение или неосознанное. Может быть, какие-то примеры, какие-то вот есть, может, разберем. Ну, так вот, я только же сказала, что если человека разбудить в 3 часа ночи и спросить, что ты тут делаешь, он скажет, сплю. А другого человека разбудит, что ты делаешь? Он говорит, Богу служу. 4 мангалара, сейчас я это и пойду, и все. Ну, то есть
осознавать сам процесс, осознавать конечную цель. Еще есть такой пример, но это такой кармический пример, что это мост строили, репортер пришел, одного спрашивает, что ты делаешь, кирпичи ношу, а второй говорит, что ты делаешь, мост строю. И понятно, что у того была конечная цель. Точно так же и тут. Мы всегда должны знать, для чего мы здесь, что, то есть конечный результат наших каких-то действий, наших промежуточных действий, конечный результат. И это будет очень сильно стимулировать. Промежуточные действия, они не столько, в смысле, мотивация, как это сказать-то, они не мотивируют, короче, нет большого стимула делать какие-то вещи, вставать в 4 утра. Вот пока ты не найдешь аргумент, для чего вставать в 4 утра, то есть пока ты вот не дойдешь до конечной цели, что оказывается, это Богу вообще удовлетворяет, что таким образом с Богом можно взаимоотношения быстрее развить, если мы будем вставать в 4 утра, посещать службы. Ну, то есть какие-то вот такие вещи, всегда ведь конечную цель. Не ответила? Вот как мы чистили картошку с Афирамом. Да, чистили картошку. И он спрашивал. И он спрашивал, а для чего вы это делаете? Давайте. Или что вы делаете там? Кто-то чистит картошку, кто-то говорит, я служу преданному. Да. Вот это очень важно всегда себя спрашивать, ловить на этом. Часто ум будет сопротивляться. По крайней мере, в моем случае, он говорит, ну что ты пристала опять, ну что тебе надо, ну чищу, там, ну или вот, ну, не пройдет вообще. Сегодня он чистит, завтра он не чистит. А чтобы это было постоянно и непрерывным, как Шрила Прабхупада говорил, как это, регулярным, нужно всегда видеть фокус вот этот вот, то есть для чего конечную цель. А чтобы возвращать вот эту осознанность, может быть, мы должны как бы, ну, как-то привязывать, да, привязывать, как это вообще со словами Шрилы Прабхупады сходится, или как-то там с шастрами, не знаю. Да, вот так вот, нужно, шастры, чтобы себе вот это осознанность изучить. Всегда, всегда проверять все, что мы делаем, именно в соответствии с этими параметрами. Гуру, садху, шастры. В шастрах написано хорошо помогать на праздниках картошку чистить. Написано, пожалуйста. Ну, в смысле, я так утрирую уже. Это подтверждает садху, Афирам Такур лично приглашает. Это подтверждает... Гуру? А, ну гуру. Если есть гуру, пожалуйста. Ну, это такой пример. Ну, это касается всего, любого аспекта деятельности, неважно, там, картошку мы чистим или поджарим на алтаре. Служение Кришне абсолютно. Нельзя сказать, что чистение картошки, оно как-то уступает тому, что... Ну, потому что раньше был такой у нас приоритет, санкиртаны, распространение книг, и все, кто не распространяли книги, они были в мае конкретно. Я помню, я часто плакала по этому поводу, потому что у нас была такая матаджа Харипатни. И она, это у нее был просто лозунг. Темпл команды, это был лозунг. Все, вы все в мае книги не распространяете. Я несколько раз прибегала к старшей матаджи со слезами. Я говорю, а Харипатни сказала, что в духовный мир не вернусь. Она говорит, что ты слушаешь? Я не знаю, разговаривали они там потом между собой, не разговаривали, но сам факт то, что были такие перегибы, хотя на самом деле служение Кришне, оно абсолютно. Еще раз повторюсь, важно то, с каким мотивом вы это делаете. Можно книги распространять со всем сложным мотивом, а пол мыть с истинным мотивом, и ты будешь быстрее прогрессировать, чем простоишь на улице, может быть, даже сколько-то продаж книг, но вот именно продаж, а не распространишь. То есть нам будет казаться, что мы делаем преданное служение, хотя на самом деле мотивы-то внутренние будут совсем другие. И мы зачастую не всегда сможем отловить эти мотивы. Не всегда. Они очень тонкие и очень глубоко в сердце. Поэтому так. Простите. Все. Рантараши Мадбагу Танки, Джай, 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 Джай,